Всем привет, друзья, с вами Малдер, и мы сегодня продолжим играть в Resident Evil Revelations. Дополнение очередное нас ждет, называется оно «Маленькая госпожа». Я так предполагаю, что это все-таки за Натаху. Я предполагал и в предыдущем дополнении это. Но посмотрим, давайте начинать. Нас, кстати, навыки можно прокачать. 30 тысяч у нас этих самых очков. Вот это я хотел качнуть. И что еще? Получение бонусных очков за нанесение доп. Удара монтировкой. У меня монтировки, наверное, не будет. Укладка усиливает силу атаки. Вот, может быть, Натахе сделать как раз кирпичную атаку. Так, 8 тысяч, да? Ага. Так, оп. 3000 осталось. Повышение силы атаки для всех атак. Учение пятисекунды. То есть переключение персонажа, блять. Похуй, давай. Что у нас там еще? Я даже не знаю. Ну и похеру, давай вот это сделаем. Вот это. 600 очков. Я даже не смотрю, что я там делаю, блять. Все. Поехали. Поехали! В эпизоде «Маленькая госпожа» враги не реагируют на шаги Натальи. Отлично. Пулемет-то не дадут. Судя по всему. Кирпичами будем отбиваться. Поэтому кирпичи и прокачал. Приветик, Наталья! Я Лотти! Приятно познакомиться! Я тоже рада! Лотти? Лотти, куда ты ушла? Что случилось, Наталья? Что? Ты выглядишь как я. О, но я и есть ты. Теперь скажи мне, чем ты недовольна? Не могу найти Лотти. Она мой друг. Вау! Ну и совпадение. У меня тут есть открытка. От Лотти. Маленькая госпожа, я думал, Лотти это он, а это она, оказывается. Ладно. Значит, медведица, не медведь. Дорогая Наталья, почему ты меня бросила? Ты меня больше не любишь? Мне одиноко. Очень грустно. Хоть глаза себе вырывай. Я ее не бросала. Никогда бы. Тогда ей это скажи. Она как медведь без спячки. Попробуем взять след Лотти. Если Наталья обнаружит враг, миссия будет провалена. Кроме того, здесь Наталья не ощущает врагов. Однако темная Наталья может свободно перемещаться, и враги ее не видят. Также она ощущает расположение врагов. Приведите Наталью к открыткам от Лотти, чтобы перейти на следующий этап. Бля. Так. Я так полагаю, что это... Ну... Почему? Я не могу... Нет, не могу. Это какая... Тут монстр. Что делать? Не
увидит. Я аккуратно. Я полагаю, это типа... ей все снится или кажется? Не думаю, что это происходило на самом деле. Что это, блядь? В обморок. Чего, блядь? Не понял. Лучше отправлять вперед темную Наталью для оценки обстановки. Попробуем взять след Лотти. Ты что, ебанулась, блядь? Я думал, она здесь будет стоять. На кого хуя? Я переключить-то не могу. Тут монстр. Что делать? Он тебя убьет, если увидит. Не увидит. Я аккуратно. Подожди тут. Ладно. Мы сейчас прикажем подождать здесь. Как он ее увидел-то? Там же вроде темную Наталью не видят, как сказали. Что за ебаный рот? Я не могу переключаться. Глянь-ка, впереди еще один. Правда? Где? Я ничего не вижу. Я их вижу. Показать тебе? Темная Наталья может показывать Наталье расположение врагов путем указания на них. Однако темная Наталья не может открывать двери и получать важные предметы. Используйте способности темной Натальи, чтобы помочь Наталье дойти до места назначения. Это слишком опасно. Я не боюсь. Меня не тронут. То есть поебай, да? Там, кстати, что-то лежит. Или глюк? Не глюк. Ну, этих-то видно, блядь, это понятно. Меня не тронут, да, она сказала? То есть пофигу, я могу ей ходить, без разницы. Они меня не трогают. Там еще один. И че? Слушай, кстати, я зачем запарил, что Натаха могла же их уязвимые точки видеть. А здесь я вот как пройду, интересно, нет? Есть, блядь. А если я коснусь, меня он убьет? Нет. Вообще поебать. А может мне не сюда? А может мне надо наверх пройти? Там потому что двери нет никакой. Ну, почему, сука, этот ебучий стелс нахуй? Всегда, блядь. Ненавижу нахуй. Дали бы Натахе дробовик, блядь, какой-нибудь. Там еще что-то. Карты нету. У меня сейчас запалит, блядь. Блядь, ну как ты заметил-то? Пиздос, блядь. О, нихуя себе. Здорово. Ну чё, а чё мне тут делать? Тут не пройти. Он палит меня, они палят меня даже в укрытии. Куда идти-то, блядь? Слушай, а может какая-то дыра есть? А, бля, нихуя себе.
Я так и знал, что, сука, вот этот ебучий стелс тут будет, блять. Так и знал. А то он меня здесь увидит. Куда ты, блядь? Да, кстати, а вот первый раз, первая попытка. Это выходит, монстр-то белую Наташку заметил, блядь. А не черную, блядь. А как он заметил, мы там за стеной сидели? Вот он увидит меня сейчас, интересно, знаешь? Нет? Ты, это я? Вера. Но как такое может быть? Да какая разница? Да лучше успокойся. У тебя только она осталась. Так. Ну-ка, давай-ка тут посиди. Тут жди. Хорошо. Ну это вам. Что там, трава была? Это глюк был. Значит, здесь надо пройти по этой лестнице. Не думаю, что почему-то мне сразу вот этот вот DLC не очень нравится. Только вот из-за своей вот этой какой-то, блядь, атмосферы, нахуй. О, а там что-то. Плюс ко всему этот стелс гребаный, блядь. Нету рычага. Сейчас мы тут все обследуем хотя бы. Посмотрим, что да как. Куда идти, куда чего тут. Сюда надо идти или куда? Нет, надо по лестнице проходить. Поверху он здесь просто стоит. А, потом сюда, вот, все ясно. Так, ладно, давай действовать. Где это хуй? Вон он. Ну, меня здесь, наверное, не заметит. Я же незаметный, блядь, практически. Шаги не слышны. А, нет, подожди, у этой слышны? Ну, когда она... На карачках, наверное. Будь рядом. Наверное, не так слышно все равно. Будь у меня на виду. Угу. Хорошо. Буду. Вот предыдущее дополнение, да, было веселенькое. Постреляли, узнали, что да как. А тут, блядь, тихо пойми, что происходит. Можно было тут слить, что ли? Ёбаный. Сейчас, надеюсь, на лестнице окажемся. Ну и недотёпа. Контрольная точка была прямо рядышком. Будь рядом. О. Будь у меня на виду. Вот он там, блядь. Хорошо. Стоит, хуеплёт. Мы тогда сейчас к стене ближе подойдем просто-напросто. Чтобы у него угол обзора меньше был. Ага. Так не видит. Ну, непонятно, в какой момент они еще тут начинают видеть нас. Хуй его знает, видит он, не видит. Вон он, блядь, там. Сука. Страшненько. Ну ладно, не запалил. Помнишь, что случилось на этом острове? Не помню, но что-то плохое. Дверка. Дошли до первой двери наконец-то. Итак, что тут у нас? Блять. Монстр ходит, да? Один или не один? А вот тут я пролезу, интересно, здесь?
Это что такое? Это лифт? А, нету ручки. Понятно. Есть лестница. И чё, блядь? Какой хуй я сюда пришел? Эй! Не смешно, а? Или просто посмотреть там сверху. Обстановку разведать, блядь. Как чего? Блядь, да ладно, тупик. Так. Тут жди. Хорошо. Тут жди. Надеюсь, он тебя там не увидит. Их нельзя никак покоцать. Кирпичей что-то я тоже ни одного не наблюдаю. Я помню эту локацию, кстати. Мы тут и за Барри играли, и за Небарри, блин. Так, это что за хуйня? А, письмо нашли, смотри-ка. А, ну я не могу взять его, да? Твою мать. Только Наташкой. Где вот этот хуило? Блин, как он далеко ушел, а? Может нам просто пробежать? Ой-ой-ой. А если вот здесь вот будем сидеть, он нас заметит, интересно? Надеюсь, что нет. Мы потихоньку, блин. Сидим, никого не трогаем. Не шевелимся. И он нас не видит. Отличненько. Но здесь точно никого нет. А вот потом куда идти, что-то непонятно. Сколько этих... А, понятно. Это письмо? От Лотти! Попробуем до нее добраться. Лотти, ты где? Что это такое? Типа... Локацию прошли, что ли? Дорогая Наталья, я застряла в тоннеле под деревней. Не чувствую своих ног. Видимо, я умираю. За что ты меня ненавидишь? Ой-ой, это нехорошо. Может, ты ее просто отпустишь? Ни за что! Она всегда была рядом. Я ее не оставлю. Я была здесь. И со мной был кто-то. Забудь прошлое. Думай о будущем. Думаю, ты, надеюсь, не за мной идешь? Нет? Слушай, она не ходит за мной. Так. Вот это тут два этих хера здоровых. Ну, дверь явно не откроется. Потому мы пойдем в другую сторону. Я могу бегать? Могу. Угу. Там еще один. Вот здесь есть проход. А там тогда чего? Хуя себе. Дымовая бутылка. Скорее всего, нам вот сюда надо. Наталья. Надо, скорее всего, бутылку взять, бросить. Перед тем хером. Он нас не запалит. Из-за дыма. И тогда уже можно будет пройти.
Ну, сейчас мы попробуем сюда войти. Может, тут что? Есть? Можно вообще сюда пролезть? Не. И открыть нельзя. Эй, глянь-ка. Это для чего? Чтобы от монстров прятаться. Не заметил, блядь. Я прям в двух шагах от него пробежал. Так. Лотти всегда знала, что делать. Но теперь у тебя есть я. Доверься мне. Как-то не очень, блядь. Звучит это, блядь. Доверься мне. Блядь, не могу открывать дверь-то ей. Все, что ли, можно открыть? Да. Нет, три. Три из четырех. Так, три из четырех. Стоять, это назад. Ебаный рот. Так открыл. О, еще одна есть. Я не могу туда проходить-то, блин. А мог ведь? Мы здесь даже за Наташку играли. С Барри когда ходили. Угу. Еще одна. Дымовые бутылочки нам помогут. Правда, не знаю пока как, но... Вот он тоже, блядь, так стоит, что мы мимо него не пройдем просто-напросто. Бутылка тут не зря. Бутылку положили не зря. Блядь, еще один, ёб твою мать. Так, куда идти, блядь? Здесь вот он меня увидит. Ну-ка я на темную Натаху переключусь. Ой-ой-ой, он кругом идет. Сука, как, блядь? Как ты меня увидел? Что за позор? Ну, позор, блядь. Что... Какой позор, блядь, случай. Блин, а мы сейчас сначала дома. Лотти всегда знала, что делать. Но теперь у тебя есть я. Доверься мне. Надо, значит, за ним идти. Ладно, мы знаем, что здесь есть две бутылки. Это одна. Одна. Вторая. Так. Не вот за этим хером. Нам надо просто на лестницу подняться. Сейчас мы сзади него пойдем потихоньку и все. И он нас не увидит. Что у нас там есть? Нихуя. Кроме пузырька с дымом. Давай, вали отсюда. Ой, что я сделал? Так. Мне было страшно, пока не пришла Лотти. Ох, ладно, продолжаем поиск. Но она тебе не нужна. Ты без нее сильная. Причем сильная, не сильная. Друг есть друг. Тем более игрушка где... Ух ты. А, нет, не хочу туда падать. Тем более игрушка детства. Ёбаный рот.
Что за позор? Сука, я его даже не видел. А чё я этой Наташкой-то тёмной не проверил там всё? Мне было страшно, пока не пришла Лотти. Ладно, продолжаем поиск. Но она тебе не нужна. Ты без неё сильная. Так, ну давай-ка мы сейчас вот этой Наташкой поиграем. Этот хуй. Нам куда надо-то? А он идет ведь, да? Нет, он стоит. Но мы можем использовать дымную бутылку и просто или пройти. Либо. Как-то мне сюда вот надо пробраться, да? Причем этот палит, блядь, прям. Спрыгнуть вниз, да? А где дыра-то, блядь? Вот дыра. Наташка здесь? Я вот сюда не могу. Наташка здесь. А, блядь, обе Наташки. Ага. Так, где второй? Блядь, второй вон стоит. Ну мы по-любому бы не прошли без бутылки, наверное. Стол, верстак, кстати. А, я могу открыть? Открыть? Так. А ящики? В ящиках нету ни хрена. Дымную бутылку бы еще найти надо. Будет просто очень грустно, если мы этого не сделаем. Ты, блин. Без дымной бутылки никуда. Угу, это мы того просто прошли. Стоп. А для чего мы прошли? Я не понял. Не, ну он меня заметил. Заметил-то он меня заметил. А что, он ничего не сделает же? Почему ты испугалась? Ну ебаный рот. Почему ты напугалась-то? Сначала? Мне было страшно, пока не пришла Лотти. Ладно, продолжаем поиск. Но она тебе не нужна. Ты без нее сильная. А как мне туда-то? Я так понял, что нам надо вот в эту дверь. Вот сюда. Да ебаный, съеби отсюда. А, я понял. Давай, прыгай, Наташа. Я не туда пошел. Вот сюда нам надо. Блять, как ты вообще прям на дурачка навел. Пробежал мимо этих хуев. Вот. Все правильно. Сохраняшечка прошла. Так, давай спустимся. Надеюсь, не увидит он нас. Куда вот идти? Ох, вот это было прям опасненько. Через автобус? Бутылку дайте дымную, блядь. Бля, еще один там стоит. А у меня нет дымной бутылки. А, не, он ходит. Или не ходит? Столовая написано.
Или он ебало поворачивает свое гнусное. Так, погоди-ка, ну давай последим за ним. Надо, может быть, сука, тут еще один. А куда нам надо идти? Надо выяснить. Я пока не понимаю. Так, 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 так. Непонятно. Ну там эти роль ставни, блядь. Ну. Мы же их не... А, вон дыра есть. Каким-то чудным образом мне надо пройти, а как? Хотя есть идейка. Вот здесь же я могу пройти или нет? Могу. Да, ну как пройти там? Он ведь прям на нас смотрит. Хотя, может, как-то бочком. Хотя, может, не смотрит, блядь, хер его знает. В траве, блядь. Он отвер... Слушай, а у меня есть одна бутылка-то, кстати. Опа. У меня одна бутылка-то есть, оказывается. А я где ее взял? Что-то или я... А, я же не использовал одну, точно. Мы ж переиграли. Так. Тут этот хер один. Нам куда? Нам... Оп, еще одна бутылка. Блять, надо взять. Быстро, на так и переключаемся. Где он? Где он? Где он? Он кругом, наверное, ходит. Вон он. Давай, 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 вали отсюда. Оп, есть. Ну, здорово. Там кто-то есть, что ли? Непонятно, ну-ка. Так, один есть. За ним пойдем. Аккуратненько. Ага. Прекрасно. Блин, а я туда не вернусь, что ли, уже? Нет, вернусь, подожди, подожди, подожди. А тогда что же наверху? О-о-о. Вижу бутылку. Одну. Ёбаный рот. Ну нет! А когда было сохранение, что-то припарил? Ну и не дотёк. Ну ладно, хоть тут недалеко. Вон он обратно уже идет. Бутылку надо схватить в любом случае. Очень важная хрень. Ах ты, сука, я думал, он там пойдет, сзади. Твою мать. Ах ты, блядь. Я думал, сейчас вот так через ящик пойдет. А он просто взял и развернулся. Скотина. Ладно. Или может он меня услышал? Да не должен бы, конечно. Да ладно, блядь. Ну, сука какая, а. Ты погляди, какая тварь.
Ладно, я знаю, как сделать. Сейчас мы хватаем бутылку и назад. Вот сюда, в этот пролет. Как только он пойдет в обратную сторону, мы там прошмыгнем. Так. Вот здесь вот будем сидеть. Вот и все. Вот и все. А так. Что, если ты одна только из-за Лотти? Я знаю, что она обычная игрушка, но она у меня так давно. Она единственная хорошая в моей жизни. Ох, блядь, как пробежали, здорово. Так, надо какое-то безопасное... Ох, еще бутылка. Какое-то безопасное место найти. И пробежаться, может быть. Блин, там еще один стоит. Да как ты, блядь, заметил? Я уж убежал, хер знает насколько. Обалдеть, блядь. Что за базу? Что за позор, блять? Что за позор? А что, если ты одна только из-за Лотти? Я знаю, что она обычная игрушка, но она у меня так давно. Она единственная хорошая в моей жизни. Темная Натаха, ну-ка давай сюда. Куда этот хер смотрит? Сзади него, интересно, возможно пройти? А, сзади него возможно пройти, но как-то надо нам вон через ящики вот эти вот пробежать. Где я? Вот я. Где он там? Сейчас он повернется маленько. Все, погнали. Не заметил. Вроде как. Угу. Silent Hill какой-то первый, блядь, этот снег, на какая-то картинка такая. И что? Темнота тебе не помеха? Знаешь, Наталья, тебе нужен настоящий друг. У меня есть мистер Фишер. Он подарил мне Лотти, когда спас меня в Террагрегии. Но его уже нет. Совсем скоро не станет и Лотти. У тебя есть только я. Нет, я их видела. Неужели нет? Не могло же присниться. Ну, медведь-то точно есть? Все какое-то вот белесое, блядь, как вот начало первого Silent Hill, блядь. А вот эти туннели больше Homecoming напоминают, блядь. О, есть письмо. Блядь, сколько интересных. Смотри, еще письмо от Лотти. Ну, явно не последнее. Явно не последняя. Да что тут с моими затупами? За серию дорогая хотел пройти. Дорогая Наталья, я у океана. На пути я видела много трупов. Ужасное зрелище. Думаю, я утоплюсь. А ты обо мне забудь. Найди себе новую подругу. Наверное, это трупы островитян. На них ставили эксперименты. Да, кажется, помню. Как утомительно. Сдавайся уже. Не, не буду. Как сдавайся, блядь? Так, тут ходит этот хер. Вопрос, куда нам надо идти?
Где? Он просто стоит, что ли? Это неожиданно было, между прочим, его тут увидеть. А куда идти в натуре, блядь? Сюда, что ли? По-моему, да, тут проход-то был. Побыстрее уже хочется закончить. Нудное, блядь. Подожди. Дополнение. Зачем? Там что-то есть? Ох, ну да, ты не видишь. Тебе нужны мои глаза. И я. Хочешь сказать, там мухи, блядь, невидимые? Это очень печально. Бляха-муха, тут что-то надо будет перенести, что ли, или нет? Я надеюсь, она одна только. Во-первых, куда нам надо идти? О, я понял, надо брать вот эту клетку. А где она? Эту клетушку. Я не могу, наверное, ее взять. Клетушку. Блять, не могу. И нести. Так, муха. Муха, а вот как она? Это ебучий шмель, блять. Как работает в плане того. Где ебало-то у него, блядь? Так, он полетел туда. Он полетел сюда. Он полетел обратно. Давай, 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 давай. Там что-то было, что ли? А, подожди, а как я? Нет, клетушку-то можно, наверное, принести. Не помню, Натаха может это делать? А как нам мохнатого шмеля убить, блядь? Стой, ты вы хотите сказать, что клетку надо пронести? Нихуя себе, блядь. А, ну нет, это недолго. Недалеко, точнее. Я думал, там через шмеля как-то, блядь. Ну все. Конец серии, думаю, блядь. Ни за что, блядь, не пронесу его. Ну что ты делаешь? Так. Снег, кстати, вверх начал падать, блядь. А, только я ей могу здесь пролезть. А, это же как потом пролазит тогда. Наверное, ты вот-вот свалишься. Я в порядке. Буду искать Лотти, пока не найду. Здесь много монстров. Спрячься в траве, что ли? Бегу! О, господи, блядь. Сейчас запалит. Я не знаю, как это, блядь, получилось, но... Ох, нихуя себе, блядь. Аж яйца сжались от страха, блядь. Блин, да ладно. Не пройти, что ли? Ты, бляха-муха. Он далеко там? Вроде далековато. Он со мной. Он, точнее, на так футбол, блядь, поиграл маленько. Еще один ящик нужен. А где взять-то?
А, вот он. Это недалеко. И монстров нет поблизости. Мух тоже, к счастью. Мухи мне не нравились даже, когда я играл за персонажа с оружием. Хотя, играя за Барри, мы прям вслепую их гандошили, блядь. Поэтому, по шуму. По шелесту крыльев. Так. Есть контрольная Чего точка. Ты меня прямо сейчас не пустишь. Отдай контроль мне. Мне твоя помощь не нужна. Я сама ее найду. Все правильно. Ой. Так, нет, неправильно. Летающая пизда тут вон, блядь. Ага. Парит, блядь. Так, куда она? Ага, вот все обратно. Похуячила. Блядь, еще что ли одна? Ты что, блядь? Где? Да нет никого вроде. Только одна. Нет, тут еще одна есть. Нам надо в тоннель, как я понимаю. Ну-ка глянем, а тут что делать надо? Угу. Натали. Нам нужна только ты. Там, кстати, можно кинуть этот дым. Штанг давай. Так, как летает муха? Говняная. А, кусты есть. Ах, сука! Запалила, тварь! Чего ты меня прямо сейчас не пустишь? Олег, дай контроль мне. Тут же еще мне одна. Твоя помощь не нужна. Я сама ее найду. Так. Как она далеко летает, что-то я не помню. Нет, обратно полетела, тварь. Крылатая. Давай, давай, разворачивайся, блядь. Пизда летающая. Все понятно, погнали. А там, может быть, с дымом пройти? Бросить бомбу и все. Я просто не совсем. Так, где она? Тут есть, конечно, кусты вон. Блин, уж слишком геморно их тут. Так, бежим, 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 бежим. Опа. И все. У нас 4 бутылки еще есть. Отдохнуть хочешь? Знаю, будет нелегко. Я не хочу. Так, 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 так. И где-то муха тут летает, судя по всему. Так и есть. Чуть не запалили. Надо наверх, наверное, нам лезть. Или куда? Блять, тут она не одна, что ли, походу? Сука, да ладно, не могу пройти. И здесь не могу. Так, погоди. Да нет тут никого, блядь. Глюки. А, я не могу залезть. Значится. Так, этот хуй куда смотрит, блядь? Это спина у него или жопа? По-моему, жопа. Если жопа, нашим проще. Сейчас это говно улетит, блядь. Иди, иди отсюда, блядь. Ехай нахуй.
Так. Больше искать негде. Бедная Лотти. Ты не нашла ее. Тебя не спрашивала. Я не хочу ее потерять так же, как маму с папой. Она для тебя так важна. Ты свихнулась, Наталья. Не свихнулась. Больше не хочу быть одна. Грустить не хочу. Я развею твою грусть. Если разрешишь. Ты мне просто поверь. Пошла я тебя не знаю. Ты это не я. Мне нужна Лотти. Зачем все усложнять? Пошла ты, блин. Ты можешь на начало игры скоро придем, блин. Так, тут что? Бутылок что-то нет давно, кстати, не встречались. А вот письмо. Лотти, я иду. Лотти. Наталья. Не думаю, что смогу продолжить путь. Мои останки найдешь на набережной. Впереди. Я иду за тобой, Лотти. Маленькая ты дрянь! Я должна была выиграть в этих тупых детских играх! У нас еще много времени, чтобы залезть тебе под кожу. Пусть не сейчас, но потом обязательно. И так она встретит Барри. Лодка. А, Барри плывет. Я здесь, дочка. Пожалуйста, будь жива. А там, видимо, Вескер хотел ей залезть в сознание как-то. Понятно. Порванная Лотти, блядь, 3000 очков. Понятно. 32 минуты прохождения. И сколько? 20 минут больше, чем... 25 минут я переигрывал, блядь. Почти что. Ну, на самом деле, пройти-то его надо было, в любом случае. Заодно узнали, как она здесь оказалась на этом берегу. В общем-то, пойдет. Но предыдущее дополнение было все равно веселее. Все, закончили мы с вами Revelations 2. Полностью игра пройдена. Ждите выхода шестого Резидента когда-нибудь. С вами был Малдер. Всем... Че, всем-то, блядь. Всем спасибо за просмотр. До новых прохождений. И всем пока.